Привет всех в этих, сегодня день ВДВ, 2 августа. Целый день ждал, у нас каждый год летает самолет, как он, кукурузник, да, Тим, по-моему? Кукурузник, и десантники прыгают. Сегодня целый день сидел с камерой, хотел заснять, не прыгали, блин. Погода хорошая, вроде не жарко, а что-то почему-то, наверное, не разрешили. У нас истребители летают сейчас часто, может, из-за этого не разрешили. Каждый год прыгают. Всех с праздником, этих десантников. Я сам пограничник. Давай, попугаев сниму. Попугаев я с вольера, все, что продавалось, все продал. Осталось, это уже свои покупные. И это. Уже видите, уже есть сформировавшиеся пары. Но это я не знаю, почему. Это с девочкой. Вот этой. Сюда, который сидит, у нее другой самец, зеленый. Этих всех, вот это, самочки. Всех молодых, то, что было на продаже, я продал. Сейчас вылетают с гнезд молодые. Еще дети уже заигрывают. То, что вылетает там из гнезд, уже снутри продаю. Ладно, сейчас покажу. Вот куры. Сейчас у нас уже 5 часов. Ждут ужин. Там привез каши. Куры, как ни крути, куры самая выгодная птица. Вот, честное слово. Вот на них утром сегодня выхожу. Соседка заходит, кричит. Срочно нужны яйца. Я говорю, что такое? Яйца 100 надо, 200. Я говорю, зачем? Нет у меня сейчас вообще. У меня до вечера все разбирает. Она говорит, на завтрак хотя бы несколько штук давай. Он пошел, 5 штук собрал. А вообще вот вчера здесь у меня около 40 курей. Даже, по-моему, 40, ну где-то 40, да, я как-то считал. Вчера я взял 41 яйцо. Здесь я насыпал шелухи от проса. Видите, вот эта шелуха, чтобы здесь ужасное болото было. Они вон грязные, петухи топтали их. Пропоил их ивермектом, и вот сейчас они допивают чиктоник, чтобы разной заразы не было. Сегодня вот начал штукатурить второй этаж. Вот она стена, на козлы залезаю. Дом вчера залил. Эти, как их, ну там залил опалубку, сколько надо было. Сейчас сохнет, завтра буду дом заливать. Как залью. Короче, день здесь, день доделаю попугайчник, день работаю на стройке, дом делаю. Так что две стройки, разорваться не могу, туда-сюда один день. Вот здесь еще мне надо делать вольеры. В этом году у меня с домом не получилось, но здесь я обязательно сделаю красивые вольеры. Метра два они выступать будут, и в два этажа. Сейчас дострою дом. Куплю машину и поедем с Эльмирой путешествовать по России. И в Крым, Мухаммед Ага, к вам приедем за птицей на своей машине. Сейчас только дом я дострою, чуть-чуть осталось. И поедем, куплю машину и поедем за птицей. Здесь у меня, так, 80 квадратов площадь, два этажа. Разведем много птиц на попугаях, хорошо тоже, зарабатываем на волне. У нас она 900, в Крыму, смотрю, оптом, вчера разговаривал, 150 рублей. Вот такие цены, такая разница. Мы в Сибири. Пойдем, сколько раз спрашивали перепелок, покажу. Юль, привет, вот сейчас. Вот это не перепела. Ну, здесь в основном фараоны и манжурцы есть. Техасцы есть. Я что-нибудь держу техасцев, они злые, вот, белые есть. Они просто расклевывают друг друга. Остальная порода вроде бы темновато. Им и надо темновато. Остальная порода вроде бы яйца спокойнее. Яйца тоже уже крупные, их надо уже менять. Перепела уже у меня, уже им будет в сентябре год, и поэтому их уже пора менять. От них я уже не буду брать, хотя можно, здесь и самцы. Вот куры зашли за мной. Здесь и самцы подбирают за перепелами траву.
самцы здесь, а чужие. Ну, короче, здесь кровь разная. Пить можно брать. Не знаю, я, наверное, сейчас чуть попозже, сейчас не до них, возьму яиц штук 150 и выведу уже молодняк, а этих не знаю, кому-нибудь подарю. Потому что не есть. И, ну как это, вот это старье есть? Самцов можно, но не самых. Ну, собакам потихоньку, собакам придется скармливать. Резать, да, и скармливать. Эй, давай, выходи. Ладно, пойдем попугайчник посмотрим. Переселил там карел. Как, кстати, да, как сниму про попугая видео, как выложу в этот, в YouTube. А на следующий день сразу же начинают звонить, покупать попугаев. Я уже сколько раз замечал. Сейчас там просто дверь закрыта, залезу через окно. Сколько раз замечал. Опа. Как я выкладываю видео про попугая. Меня покупают попугаев. Не знаю, может. Хотя, ну, какую-то, я даже не знаю, с чем это связано. Так, там карелы сейчас вылетели. Сейчас Нецов покажу. Я их сам уже давно не видел. Вот они, самка с самцом. Мои работяги. Все, это последний выводок я беру от них. Там 6 яиц было, 5 Нецов вылупилось. Одно неоплодотворенное, неоплод. Так, вот они. Маленькие еще. Ну все, вот этот последний вывод от них. Они уже грязные, что в каше, наверное, навлазило. Трава. Кашу надо сейчас дать им по новой. Надо, когда попугай кормит птенцов, надо всегда следить, чтобы был мягкий корм. Каша, яйцо там, ну и так далее. Пророченьку я не даю. Ну, не знаю почему, потому что травы, наверное, много. Да и если неправильно углядеть за пророченькой, она забродит, закиснет, и 100% вся птица начнет дрестать. Ну и еще хуже, птенцы начнут дохнуть от пророченьки. Если она, конечно, забродит. Если правильно все делать, она моментально бродит, начинает пузыри пускать. Поэтому я ее только зимой. Карелы, вот они, посадил к волне, чтобы они не мешали родителям. Ну вот сейчас видео снимаю, завтра вот этих троих я продам, двоих я оставлю, вон ту перловую самку, вот эту. И вот этот, по-моему, да, вот он первый самец. На эти деньги, на проданные, куплю им пары. И буду разводить. Птенцы вылетают уже, он желтенький вылетел, как я вижу, у меня в этом году первый желтый попугай. Что-то ставить его, что ли, а вот они, два птенца дали себя. В этом году не было желтых вообще, сколько раз спрашивали, вот первый желтый. Даже не знал. Ну, где-то я продал попугаев, птенцов, если примерно, ну, штук 60 уже продано, по-моему, или может даже меньше. Если с теми в вольере, то где-то, да, примерно 60. Вылетело птенцов. Продал, я не знаю. Короче, ладно. Суть не в этом, этот. И еще здесь вот вылетает, вот он тоже молодой. Прямо уже отсюда вчера приходили, прямо отсюда забирать. Я их еще, я даже не знаю, они еще едят, нет. Отсюда уже забирали. И это. Что хотел сказать-то? Блин, забыл, с головы вылетел. А, да, сейчас вот эти все птенцы, то, что здесь есть, я не знаю, но здесь тоже сейчас очень много птенцов. В этом году, без, вот, например, давайте вот здесь посмотрим. В этом году без разных этих проволочек ни один птенец не умер. То, что вылупилось, все выросло и вылетело. В этом году все даже очень хорошо. И это будет каждый год так. Этих сейчас они вылетят птенцы, все гнезда будут убираться, все, птица уже будет отдыхать. Вон те молодые, которые внизу, ну я им, наверное, может уже в декабре, в ноябре, если отдельно вольером сделаю, в декабре их отделю и поставлю им гнезда, пускай те размножаются. Эти у меня будут размножаться, ну, в феврале, на следующий февраль. Чтобы было постоянно
Ну, птенцы были попугаи. Чтобы постоянно был товар. И все. Так, ну давай посмотрим, что у вас там. Шестое гнездо. Маша пищит. Давно я уже не заглядывал. Оба. Так. Вот он. Вот только выпился. Что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, три, шесть штук. Смотрите, мощи маленькие. Ну вот они, вот такие птенцы. Сейчас это, по-моему, у нас... Я даже уже, честное слово, я запутался. Но это третий. У некоторых даже четвертый, по-моему, был это. Даже, может, у некоторых четвертый выводок. Ну все, это уже последний. Буду дальше отдыхать. Что-то, видите, как-то душно. Вроде бы прохладно, но вон самка дышит. Видимо, в гнездах у них жарковато. Вот самочка дышит тяжело. Ну и духота на улице немного. Духота у нас сейчас... Это желтенький птенец. У нас сейчас кончились дожди. Выглянуло солнышко, вот это все испарение, вот это все, ну, в принципе, нормально, нормально. И то, что у нас горят леса, у нас топит, а там и Якутия, Красноярск, ну, где-то 1000-1500 километров от нас сильно горят леса. Ну, по телеку показывают, наверное, видели. Даже этот смог доходит до нас, он даже иногда закрывает солнце. Дышать-то все, ничего не чувствуешь, просто вот вверху, в атмосфере, видимо, вот эта вся гарь стоит. И у нас... Пасмурно, не так жарко. Ну все, ладно. Такие дела. Стройку потом покажу, как я строю дом. Кому интересно, ну сниму потом. Так, это все. Птица, уже птица начала уставать уже. Уже не такие они бодрые. Они уже... Вот птенец. Ну не такая бодрая птица. Уже она немного стала уставать. Вот она самочка. Видите? Ладно, все, последний выводок и будет отдыхать. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. С праздником еще раз десантников, мужиков. Наш уже пограничников праздник прошел. Я служил в Термезе, вторая Африка. Там, конечно, ужасная жара. Там летом просто невозможно. Самое хорошо там в январе, как сейчас вот здесь, в Сибири. А так там летом это кошмар. Там очень жарко. Ладно, всем пока, скоро увидимся.